Еще одна невероятная история из моей жизни. В начале 2000-х годов я обслуживал грузовые автомобили в своем городе. И одного солнечного дня к нам заехала машина с русскими номерами, вроде бы 56-й регион. Человек встал на парковку, мы с ним немного пообщались, и он попросил меня, чтоб я ему вызвал такси, дабы он покатался по городу и по возможности вспомнит место, где он гостил лет 10 назад у своего родича. В то время я своего телефона не имел, и так как работы было много, но я решил попросить своего начальника вызвать такси и навскидку сказал службу 050 и позывной не помню. Через 15 минут приехало такси, я смотрю на удивленное лицо дальнобойщика, как оказалось, этот таксист и был его родичем, а таксист знал меня, так как обслуживался у меня раньше. Дальнобойщик меня отблагодарил по просьбе родича. В то время я не задумывался о таких вероятностях, сейчас у меня другое понимание, и почему так случилось сложилось. Пусть вам на пути всегда встречаются позитивные и хорошие люди. Удачи вам, друзья!